Re, viss ēters ir te. До начала благотворительного марафона общественных СМИ «Дотпец» или «Дай-5» остается 13 дней. По традиции, трое диджеев латвийского радио ПЕЦ-ЛВ с 17 по 23 декабря будут круглосуточно работать в стеклянной студии на Домской площади, проигрывая песни за пожертвования. Как обычно, одна песня обойдется слушателям в 5 евро. В этом году эта сумма поможет обеспечить один прием пищи для пациентов, которые не в силах поесть сами. Паллиативный уход – тема благотворительной акции в этом году. Пожертвовать как минимум 5 евро и заказать песню можно уже сегодня на сайте dot.pieci.lv. Перевести средства в фонд также можно на портале zedot.lv. Сегодня была представлена песня и клип гимна благотворительной акции «Дотпеци» «Клусы Чукст Девс» в исполнении хора мальчиков Домского собора и композитора Раймонда Тиглса.